До 31 августа на портале Добродел проходит второй этап голосования по включению дорог в план ремонта в 2021 году. На него вынесено 1686 участков региональных и муниципальных магистралей. Более 11 тысяч жителей Подмосковья уже сделали свой выбор. Принимающие участие в голосовании дороги получили наибольшее количество поддержки от жителей по результатам сбора предложений, который проходил на Доброделе в мае. Также добавлены дороги на основании обращений граждан, предложений от муниципалитетов и по результатам обследований дорожных служб. В голосовании не участвуют дороги, которые включены в план ремонта на 2020 год, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии, а также требующие работ капитального характера, в том числе перевода из грунта в асфальт или расширения проезжей части. Участки, которые наберут максимальное число голосов, будут включены в программу ремонта автодорог на следующий год. Стать участниками голосования могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может выбрать один участок дороги, требующий ремонта. Чтобы его указать, нужно отметить точку на интерактивной карте. Приветствуются фото и комментарии.